Дорогие друзья, еще раз в качестве председателя правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом хочу приветствовать всех наших друзей, которые приехали из 97 стран мира и представляют многонациональный, многомиллионный русский мир. Всех вас, где бы вы ни жили, ни трудились, объединяет любовь к русскому языку, к нашей культуре, к нашим традициям, чувство ответственности за судьбу отчизны. Мы высоко ценим такой настрой, который присущ абсолютному большинству соотечественников. При этом, разумеется, понимаем, что лучшее признание ваших усилий в укреплении нашей Родины, великой России, о которой мечтали и которую создавали своим трудом на протяжении столетий многие поколения наших предшественников. Нынешний год проходит под знаком 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Мы глубоко признательны всем вам за бережное отношение к исторической памяти, за активное участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», за противодействие попыткам фальсифицировать историю Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, уравнять жертвы палачей, возвести в ранг героев, нацистов и приспешников. Россия проводит независимый, самостоятельный внешнеполитический курс, отстаивает приоритет международного права, необходимость уважения центральной роли Организации Объединенных Наций. При этом, как неоднократно подчеркивал президент Путин, несмотря ни на какие действия наших коллег, мы никогда не пойдем по пути самоизоляции, по пути поиска врагов. Будем всегда готовы к сотрудничеству со всеми, кто отвечает нам взаимностью и кто на деле выстраивает отношения на равноправной, взаимоуважительной основе. И я убежден, что наши соотечественники, которые хорошо знают обстановку в тех странах, где вы живете, могут и вполне эффективно этому способствовать. За то время способствовать нашему сотрудничеству с государствами, в которых вы живете. За время после предыдущего конгресса совместными усилиями мы добились значительных результатов. Выполнена программа работы, которую мы принимали на 2013-2014 годы. Принята новая программа на трехлетний период, которая призвана обеспечить поступательное углубление взаимодействия с русским миром. И это направление остается в числе ключевых внешнеполитических приоритетов нашей страны. Доказал свою эффективность и пользуется высокой оценкой с вашей стороны созданный 3 года назад фонд поддержки и защиты прав соотечественников, который оказывает экспертную юридическую помощь многим представителям диаспоры, прежде всего в Прибалтике. Проведено более 200 страновых, 30 региональных конференций, сформирован межведомственный совет по делам молодежи при правительственной комиссии, подписан протокол о взаимодействии между Общественной палатой России и Всемирным координационным советом соотечественников. Углубляются связи между диаспорой и российскими регионами. Россия – это многонациональная страна, и по линии правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом постоянное внимание уделяется поддержке традиций не только русского народа, но и татар, евреев, других российских народов. В частности, во взаимодействии со Всемирным конгрессом татар, который объединяет представителей многомиллионной татарской общины России и зарубежных стран, планируется проведение общеевропейского сабантуя в Великобритании. При поддержке правительственной комиссии учрежден Европейский альянс татар, второе заседание которого прошло в Париже в прошлом месяце. А в будущем году в Казани состоится 7-й уже Всемирный форум татарской молодежи, которому намерен оказать организационную и иную помощь. Большое значение придаем информационной составляющей в сотрудничестве с диаспорой. Помимо журнала «Русский век» выпускаются 3 региональных журнала для соотечественников. В более чем 70 государствах организациям соотечественников оказывается содействие в подписке на российские периодические издания. В октябре прошлого года учрежден фонд сотрудничества с русскоязычной и зарубежной прессой, который помогает продвижению объективной информации о России и о россиянах. Потенциал для работы солидный. В 70 государствах действует свыше 3000 СМИ на русском языке.
Большое внимание уделяем и работе с молодым поколением, проведению спортивных мероприятий, которые пользуются большой популярностью среди соотечественников. Дорогие друзья, убежден, что наши соотечественники обладают поистине неисчерпаемым потенциалом. Мы видим и ценим ваше желание быть полезными исторической родине, способствовать ее поступательному развитию, укреплению доверия и сотрудничества в международных делах. Надеюсь, что нынешний конгресс будет весьма плодотворным. И завершая свое вступительное слово, хочу пригласить на трибуну Валентину Ивановну Матвиенко, председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Ваше святейшество, уважаемый Сергей Викторович, уважаемые соотечественники, позвольте мне сердечно приветствовать вас от имени Совета Федерации Федерального Собрания. Проведение Всемирного конгресса соотечественников стало уже хорошей, доброй традицией, поистине знаковым событием для зарубежного русского мира, объединяющего сегодня более 30 миллионов человек. Знаменательна и дата проведения конгресса. Вчера мы отмечали День народного единства, и я хотела бы поздравить всех присутствующих с этим знаменательным праздником. Он не только напоминает нам о героических страницах отечественной истории, но и помогает глубже осознать нашу общую ответственность за судьбу России, обеспечение ее суверенитета, единства и процветания. В связи с этим хочу вспомнить нашего выдающегося мыслителя Ивана Александровича Ильина. «Родина, — писал он, — это не то место, где я родился, произошел на свет или привык жить, но то духовное место, где я родился духом и откуда я исхожу в моем жизненном творчестве. И если считаю моей родиной Россию, то это означает, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю, что я верю в духовные силы русского народа и принимаю его историческую судьбу своим инстинктом и своей волей. Его дух – мой дух, его судьба – моя судьба. Его страдания – мое горе, его расцвет – моя радость. Уверена, что общая забота о будущем России, стремление быть полезным нашей Родине объединяет всех собравшихся в этом зале. Поэтому и поддержка наших соотечественников за рубежом, укрепление их языковых, культурных прав является одним из приоритетов государственной политики России. Наша цель – выстроить устойчивые отношения с соотечественниками, способствовать их консолидации, укреплению позиций в странах проживания, а также создать благоприятные условия для тех, кто хочет вернуться на родину. Уважаемые соотечественники, с момента проведения предыдущего Всемирного конгресса прошло всего 3 года, но как много изменений произошло в мире. Свидетелями и невольными участниками скольких драматических событий стали миллионы мирных граждан, в том числе и говорящих на одном с нами русском языке. Безусловно, серьезным испытанием для всех нас стали трагические события на Украине. С момента государственного переворота и начала там гражданской войны Россия приняла более 1 миллиона беженцев. Из них свыше 500 тысяч получили либо временное убежище, либо разрешение на временное проживание. Многие стали участниками программы переселения соотечественников. В работу по размещению обустройства этих людей включилось большинство регионов. И очень приятно и отрадно, что не только власти, но и обычные семьи, многочисленные общественные организации оказывали внимание, гостеприимство, приют беженцам с Украины. В Совете Федерации был создан Комитет общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины. Он координирует действия по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим, занимается решением проблем беженцев, сбором информации о нарушениях прав человека в Украине и многое другое. Мы оперативно внесли поправки в законодательство, освободили иностранных граждан, признанных беженцами, от необходимости получать разрешение на работу при трудоустройстве, сократили для них размер налога на доходы. Крайне важно, что в условиях непростой международной обстановки зарубежный русский мир поддержал историческое воссоединение Крыма с Россией.
действия по отстаиванию интересов наших соотечественников на Украине. Мы очень ценим ваш вклад в распространение объективной информации о России, противодействие попыткам наших недоброжелателей выдать белое за черное. Так присутствующий здесь с нами в этом зале князь Лобанов-Ростовский, говоря практически о единодушном решении крымчан о возвращении в Россию, в одном из интервью сказал: «Наша задача – объяснить Западу, что русские люди хотят жить вместе. На генетическом, эмоциональном уровне есть такое желание». Сегодня мы видим, что у наших коллег на Западе все больше укрепляется понимание того, что разговаривать с Россией языком силы и принуждения бесполезно. Это подтверждают и наши парламентские контакты. Например, недавнее участие делегации Совета Федерации в 133-й Ассамблее Межпарламентского Союза в Женеве. В ходе работы этой старейшей и авторитетнейшей межпарламентской структуры, объединяющей парламенты более 160 стран, многие инициативы нашей страны получили официальную поддержку. Одобрение вызвали также наши предложения о придании русскому языку статуса рабочего в Межпарламентском союзе и проведении ассамблеи в 2017 году в России. Очевидно, что ни о какой изоляции нашей страны речь не идет. Со времени проведения предыдущего Всемирного конгресса соотечественников Федеральным собранием была проделана большая работа по целому ряду направлений. В прошлом году в рамках реализации поручений президента России нами был законодательно упрощен порядок приема в российское гражданство иностранных граждан, признанных носителями русского языка, а также выпускников наших образовательных учреждений. В первом полугодии этого года мы приняли два постановления Совета Федерации о совершенствовании механизмов взаимодействия с зарубежным русским миром и о повышении русского языка в области международных, культурных и гуманитарных связей. В этих документах содержатся конкретные рекомендации и в адрес правительства России, федеральных министерств, органов власти, субъектов Федерации, выполнение которых мы держим на постоянном контроле. Членами Совета Федерации регулярно проводится в регионах мониторинг реализации закона о государственной политике в отношении соотечественников и государственной программы содействия добровольному переселению соотечественников. За последние три года количество субъектов Российской Федерации, которые участвуют в реализации программы, выросло до 60. А результатом стал переезд в Россию около 370 тысяч человек. У нас действует интеграционный клуб, на заседаниях которого постоянно рассматриваются вопросы развития экономического, гуманитарного сотрудничества, поддержки русского языка, культуры, средств массовой информации на постсоветском пространстве. Совет Федерации постоянно держит в поле зрения ситуацию с положением соотечественников, проживающих в странах Ближнего Востока, в том числе в Сирии, Ливане, Иордании. За последние несколько лет наши делегации неоднократно посещали эти страны в рамках межпарламентского сотрудничества, встречались с соотечественниками, содействовали их перемещению из зон военных конфликтов, привозили гуманитарную помощь, российскую литературу и многое другое. Особое внимание Совет Федерации, безусловно, уделяет положению соотечественников, проживающих на постсоветском пространстве. Мы активно наращиваем межрегиональные связи. Так, например, в сентябре прошел второй форум регионов России и Белоруссии. Буквально на днях состоялся четвертый российско-армянский межрегиональный форум. В ближайшем будущем у нас появится новая площадка для выстраивания многостороннего сотрудничества. В следующем году запланировано проведение первого форума регионов стран СНГ. Я призываю вас, наших соотечественников, принять в нем самое активное участие. Еще три года назад президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу в несколько раз усилить образовательное и культурное присутствие в мире и на порядок увеличить его в странах, где часть населения говорит на русском или понимает русский язык. На этом важнейшем направлении также сделано немало, но, конечно же, предстоит сделать еще гораздо больше. Благодаря активной позиции Совета Федерации была увеличена ежегодная квота на обучение соотечественников в российских университетах.
Работает программа ознакомительных поездок в Россию зарубежной молодежи. Ведется подготовка, переподготовка педагогов русских школ. За последние годы стало доброй традицией празднования памятных дат в странах, где живут наши соотечественники, например, Дня русского языка, приуроченного к дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Мы видим, что постоянно растет число организаций, занимающихся развитием отношений с нашим зарубежьем, а их деятельность становится более заметной и востребованной. Представляется крайне важным усиливать координацию и повышать эффективность взаимодействия органов государственной власти с объединениями соотечественников, укреплять ресурсное и организационное обеспечение программ и проектов, направленных на их поддержку. В свою очередь, организациям соотечественников надо добиваться реального влияния на решения, затрагивающие их законные права и интересы в странах проживания, подобно тому, как это делают другие национальные диаспоры. Зарубежный русский мир должен стать глобальным фактором, с которым считались бы как на национальном, так и на международном уровнях. Считаю, следует подумать о создании единого интернет-портала, который бы предоставлял средства массовой информации, пишущим на русском языке оперативную и, главное, правдивую информацию о внутренней и внешней политике России. Считаю, что это крайне важно в условиях той информационной войны, которая ведется против нашей страны. В год 70-летия Великой Победы хотелось бы обратить особое внимание на важность вовлечения соотечественников в работу по противодействию фальсификации истории Второй мировой войны. Нашей общей задачей является сохранение исторической памяти, осуждение действий тех стран, которые героизируют сегодня нацистов и их пособников. Есть такое образное определение миграции, пошедшее от романа Владимира Набокова «Другие берега». Так вот, сегодня мы должны работать на соединение, наводить больше надежных и долговечных мостов, при этом активнее использовать потенциал российских регионов. У многих субъектов Федерации сформированы устойчивые связи с зарубежными диаспорами. Это касается и гуманитарного сотрудничества, и помощи оказавшимся в трудной ситуации соотечественникам. Наиболее заметны усилия на этом направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Якутии и ряда других субъектов Федерации. Вместе с тем, региональный компонент наших отношений нуждается в дальнейшем совершенствовании. Прежде всего, речь должна идти о расширении делового сотрудничества российского бизнеса с предпринимателями из числа соотечественников, о более адресной, целенаправленной поддержке совместных экономических проектов. Совет Федерации готов всячески этому способствовать. Необходимо помогать субъектам Федерации в установлении прямых связей с организациями российских соотечественников за рубежом. Активнее использовать площадки российских центров науки и культуры для проведения презентации программ работы с соотечественниками. Содействовать в распространении за рубежом материалов о перспективах социально-экономического развития, об инвестиционном, туристическом потенциале российских регионов. Конгресс соотечественников дает нам возможность сегодня обсудить многие актуальные проблемы и пути их решения. Я уверена, что принятые рекомендации, ваши предложения, ваши пожелания будут учтены в итоговом документе, будут способствовать укреплению нашего взаимодействия, сохранению и продвижению духовных ценностей, которые мы с вами разделяем. Хочу пожелать всем участникам Конгресса успешной плодотворной работы и всего самого доброго. Спасибо, Валентина Ивановна. Я с удовольствием предоставляю слово патриарху Московскому и всей Руси, его святейшеству Кириллу. Пожалуйста, ваш святейшество. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Сергей Викторович, дорогие организаторы, участники Конгресса, братья и сестры. Я сердечно приветствую всех вас, собравшихся в столице России, на ставшем уже традиционном всемирном форуме представителей русскоязычных общин. Хотел бы от души поздравить присутствующих с отмечавшимся накануне общенациональным праздником Днем народного единства, Днем прославления Казанской иконы Божией Матери. В
Вся многовековая история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что способность к преодолению разделений, консолидации перед лицом внешних, а также внутренних вызовов неизменно была и является одним из важнейших определяющих качеств нашего народа. Знаменательно, что данный форум проходит год празднования тысячелетия со дня представления святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси, который является уникальной фигурой в отечественной истории. Подобно равноапостольному царю Константину, князь Владимир не побоялся противостать воззрениям своего окружения, связывавшего языческие культы с властью, с богатством и, как мы сказали бы сегодня, с карьерным успехом. Он изменил ценностные ориентиры своего народа, на века определил цивилизационный вектор его духовно-нравственного и культурного развития. Своим житием святой князь Владимир явил всем нам добрый пример подвига, как личного, так и общественного подвига, оказавшего судьбоносное влияние на историю многих народов и жизнь миллионов людей. В прошлом году мы отмечали другую значительную дату – 700-летие со дня рождения преподобного Сергия, игумена Радонежского, прославившегося не только высотой своей подвижнической жизни. Из истории мы знаем, что в условиях феодальной раздробленности русского государства и жесткого противостояния различных княжеств друг к другу преподобный призывал своих современников к миру и единству, к объединению русских земель ради борьбы с внешним врагом. И победа, одержанная нашим воинством на Куликовом поле под предводительством князя Дмитрия Донского, ознаменовала собой начало духовного и культурного возрождения Руси. Внутреннее единство – вот ключ, открывающий двери многих возможностей. Ведь там, где единство, там необоримая сила и духовное братство. Там, где единство, там настоящая любовь и взаимная поддержка. Там, где единство, становятся возможными великие прорывы в человеческой истории – материальные, духовные и цивилизационные. Пример подобного народного единения был явлен нашими отцами и дедами в годы Великой Отечественной войны, 70-летия Победы, которая отмечается в нынешнем году. Мы преклоняем свои главы пред подвигом нашего народа, вставшего на защиту Родины. Церковь, взирая на историю человечества сквозь призму веры, свидетельствует о том, что победа в этой войне также была проявлением милости Божией к нашим народам, сплотившимся для противостояния захватчикам. Однако отечественная история знает не только победы. Мы помним и о поражениях, которые были вызваны духовным ослаблением народа, умалением национального единства. И, может быть, провиденциально то, что мы празднуем сегодня праздник народного единства в день, когда поклоняемся Казанской иконе Божией Матери, и в день, который свидетельствует об исторической победе нашего народа, о способности нашего народа к самоорганизации и к сильному и сплоченному противостоянию внутреннему врагу. Действительно, смута в умах, в политической жизни, в экономической жизни Руси в 17 веке была опаснейшим испытанием, которое народ наш прошел с честью, сохранив себя и свою страну. Но среди духовных поражений нужно назвать и революцию 1917 года, и братоубийственную гражданскую войну, породившую неслыханную волну эмиграции соотечественников. Октябрьский переворот, гибель царской семьи, вакханалия беззакония, предательства и террора, массовые репрессии – все это стало огромной трагедией для нашего народа. Страна потеряла миллионы людей, которые либо погибли, либо были вынуждены навсегда покинуть Россию. Оказавшись на чужбине, наши сограждане встали перед дилеммой либо утратить свою духовную и культурную идентичность и навсегда обидеться на свою страну и на свой народ, а затем раствориться, ассимилироваться с другими народами, либо вновь явить свою способность к единению. Вот в связи с этим хотел бы процитировать очень важные слова святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, выдающегося представителя русской эмиграции и замечательного священнослужителя, епископа церкви русской за рубежом.
Он говорил следующее. «Русским за рубежом дано по всей вселенной светить светом православия, дабы другие народы, видя добрые дела их, прославляли Отца нашего. Не выполняя же своего задания, даже унижая православие свою жизнью, наше зарубежье имеет перед собой две дороги. Или обратиться на путь покаяния, измолив у Бога себе прощения, возродившись духовно, сделаться способным возродить и страждущую нашу Родину, или быть ему окончательно отверженным Богом и оставаться в изгнании, гонимым всеми, пока постепенно оно не выродится и не исчезнет с лица земли. Именно в зарубежье родился феномен другой России. Ее инаковость проявлялась в отношении тогдашней России, но это было то же самое Отечество с его многовековой историей и духовной культурой. Воспоминания, искреннюю любовь к нему и увозили с собой наши братья и сестры. Сколько мы знаем рассказов о том, что изгнанники, покидая отчий дом, заворачивали в платочки несколько горстей родной земли, дабы в дальних странах, где придется им осесть, чувствовали свою неразрывную связь с Родиной. Говорят, что русский народ недружный, приводя в пример внутреннюю организацию и взаимопомощь других национальных диаспор. Но первая волна русской эмиграции – при наличии в ней разномыслия, все-таки опровергает это утверждение. Наши эмигранты спорят друг с другом и на улицах Парижа, и Белграда, и в других западных странах и городах о судьбе России, о причинах общенациональной трагедии. Тем не менее, сохраняли связь друг с другом и создали феномен русского зарубежья, отличительной чертой которого были не только высокий интеллектуальный уровень, отражением чего стали выдающиеся достижения соотечественников в различных областях науки, искусства, техники, но и способность к сохранению веры, духовных ценностей народа, родного языка и культуры. Именно в среде русских изгнанников появились многочисленные союзы, общества, кружки, воинские объединения, кадетские корпуса, казачьи объединения, научные и богословские школы, ярко выразившие стремление соотечественников к консолидации. Главная особенность русской послереволюционной эмиграции заключается в противодействии ассимиляции, в сохранении своей веры и культуры. Русские в изгнании в большинстве своем не становились французами, немцами и американцами с русскими корнями. Они всегда оставались русскими, православными, всегда верили в возрождение России, любви которой были верны и прививали ее последующим поколениям. Служа в 70-е годы за рубежом, я еще застал представителей вот той самой первой эмиграции, которые выехали из России. Многие из них даже в конце жизни не имели паспортов тех стран, в которых жили. У них были либо всем хорошо известные паспорта, которые выдавались беженцам, либо вообще не было никакого гражданства и не было паспортов. Они шли сознательно на самоограничение во многих сферах жизни. Но делали это только ради того, чтобы формальным путем через получение паспорта иного государства не пресечь ту связь с Родиной, которую они любили сквозь свои слезы. Огромное значение для всей многомиллионной русской диаспоры имела церковь, ставшая объединяющей силой, центром притяжения для наших зарубежных братьев и сестер. Она утешала их, поддерживала и восполняла их душевные и духовные силы. Стремление наших соотечественников сохранять веру предков было настолько сильно, что люди, перебравшиеся на новое место жительства, первым делом заботились о построении храма или, по крайней мере, устройстве молитвенного помещения. Многие передавали в качестве дара вывезенные из России семейные святыни и реликвии, которые и поныне можно встретить в наших зарубежных приходах. Несли последние сбережения с надеждой общими усилиями обрести место молитвы и духовного утешения. Показательно, что это происходило на фоне неимоверных трудностей с обустройством собственного быта иммигрантов, которые ютились во временных жилищах.
Такая необыкновенная любовь к Дому Божьему прививалась и последующим поколениям. Всегда с особым чувством вспоминаю, еще раз хочу об этом сказать, свой опыт жизни вдали от Родины, связанный с назначением меня настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве. Тот храм был совсем маленьким, домовым, в него мало кто ходил, потому что просто боялись ходить. Такое было время, холодная война. Однако была группа прихожан, благодаря участию которых осуществлялась регулярная богослужебная жизнь. В те годы приходилось по крупицам объединять вокруг себя представителей после революционной эмиграции детей и внуков, а также тех, кто покинул Отечество в более позднее время. Я благодарю Бога, что меня провел через этот опыт. Через соприкосновение с людьми, пострадавшими от нашей национальной трагедии, но сохранившими и силу веры, и любовь к своему Отечеству. И сегодня наша Церковь продолжает нести свою ответственную миссию среди соотечественников, пребывающих за рубежом. Нередки случаи, когда именно на чужбине люди обращаются к Церкви, переосмысляют свое отношение к вопросам веры. Как ни парадоксально, зачастую в сотнях и тысячах километров от исторической родины соотечественники начинают знакомиться с православием, хотя в свое время, проживая на родной земле, не проявляли к нему особого интереса. Мы постоянно сталкиваемся с этим явлением и понимаем, что это происходит не случайно, потому что человек, живущий вдали от родины, нуждается в этих силах, соединяющих его и с родной страной, и с народом своим, с землей своей, а самое главное, с тем духовным стержнем, который всегда объединял наш народ. Пасторский опыт показывает, что наибольшей сопротивляемостью к потере культурной идентичности обладают верующие люди. И вот это особенно стало очевидным при рассмотрении жизни последних волн нашей эмиграции. Там, где нет веры, там паспорта тут же меняются, и родина забывается. И ради того, чтобы получать более высокую зарплату, человек разрывает свои связи с колыбелью, в которой он родился. А вот люди верующие сохраняют эту связь. Потому что центром им духовной жизни становится храм, участие в церковных таинствах, в общей молитве, в жизни прихода, в жизни общины. И это, конечно, имеет очень важное значение, в том числе и для социального сплочения русской эмиграции. Очень часто именно при приходах создаются различного рода организации, дискуссионные клубы, кинолектории, творческие кружки, школы. И это тоже очень важная сторона церковной жизни. Хотя, конечно, самый основной и самый главный является общая молитва людей и общая духовная жизнь. Она соединяет часто людей сильнее, чем узы кровного родства. Церковь была и остается краехранительницей единства народа. Она не позволяет расколоть верующих по национальному, территориальному или политическому признаку. Важным принципом устроения наших зарубежных приходов является объединение в вере поверх национальных языковых различий, а также политических предпочтений. И вот все то, что сегодня происходит, такого трагического, тяжелого в отношениях братских народов на пространстве бывшего Советского Союза, я в первую очередь имею в виду украинскую трагедию, все это принципиально не изменило характера приходской жизни нашего народа за рубежом. Там, где были русские и украинцы, там они вместе и продолжают оставаться. И, может быть, не случайно сегодня на ослабление нашей церкви направлены в том числе и усилия крайних националистических сил на Украине. Потому что ясно понимают эти силы, покуда есть общее духовное пространство, то никакие суверенитеты, никакие границы, никакие экономические противоречия не могут разрушить эту внутреннюю духовную общность людей.
Но позвольте мне продолжить эту мысль и сказать, что самой, может быть, страшной угрозой всему русскому миру является крайний национализм и нежелание быть вместе друг с другом при опознании в другом человеке лицо иной национальности или даже иной культуры. Такие люди не уживаются в церкви, они уходят. Им там тесно, душно. Они не соглашаются с главными посылами церкви, объединяющими людей. Вот почему, может быть, и сегодня церковь наша, как никакая другая организация, страдает от действия крайне националистических сил, в том числе и подпитывающих своей негативной энергией братоубийственный конфликт, существующий на Украине. Важным принципом послания нашей церкви соотечественникам, находящимся за рубежом, просто и неизменно. Помнить, что мы один народ Божий, который созидает свое будущее в верности многовековой духовной традиции и в открытости к окружающему миру. Но для того, чтобы выходцы из стран исторической Руси могли оставаться частью единой цивилизации, сохранять свою самобытность, веру, традиционную систему ценностей и, конечно же, общий язык, одних лишь усилий церкви недостаточно. Необходимы совместные церковно-государственные труды, а также усилия организаций соотечественников. Это тот путь, который нам предстоит пройти вместе. Наше Отечество и наш народ переживали взлеты и падения, победы и поражения, и всегда верным средством устоять в борьбе оставалось единство народа. Хотел бы призвать всех нас, а также всю многомиллионную русскую диаспору, хранить как драгоценную жемчужину единство со своей исторической родиной, друг с другом, сохранять единство церкви, которая всегда находится вместе со своим народом, как в Отечестве, так и за ее пределами. И пусть Господь всех вас хранит. Спасибо, Ваше Святейшество. Уважаемые друзья, вчера состоялось заседание Всемирного совета российских соотечественников за рубежом. Избран новый председатель совета Михаил Владиславович Дроздов. Он уже работал в составе этой структуры, а сейчас вот облечен доверием через Всемирный координационный совет всей российской диаспоры. Он чуть позже перед нами выступит, а я сейчас хотел пригласить на сцену Алексея Викторовича Лобанова, который возглавлял Всемирный совет соотечественников в течение последних лет. И послушаем, какие его впечатления и напутствия. Дорогие друзья, коллеги, прошло всего-то 3 года с нашей предыдущей встречи на 4-м Всемирном конгрессе российских соотечественников. Но как изменился мир? За это очень короткое по историческим меркам время произошла череда совершенно неожиданных событий. Переворот в Киеве, возвращение Крыма домой, гражданская война на Украине, трагедия с малазийским Боингом, санкции, решительная и активная позиция России в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. И как результат, мы все живем в совершенно другом мире. Вполне возможно, что новые черты 21 века мы пока еще до конца не осмыслили. И в жизни российской диаспоры за последние годы произошли значительные перемены, которые сформировали принципиально новый облик всего движения соотечественников за рубежом. Почти 10 лет назад, в 2006 году в Санкт-Петербурге, прошел 2-й Всемирный конгресс российских соотечественников. В историю он вошел созданием Всемирного координационного совета российских соотечественников, задачи которого входит представление нашего движения в период между конгрессами. Первоначально в совет вошло 25 представителей движения со всего мира. Принцип формирования ВКС был довольно сложным. Его членами стали представители общин из стран с многочисленной
с многочисленными выходцами из России в своем составе Казахстан, Израиль, США, Украина, Белоруссия, Германия, Франция, а также представители целых регионов СНГ, Европы, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока, стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Одновременно активно стали формироваться страновые координационные советы в странах с более-менее значительной российской общиной. Основой формирования и ВКС, и страновых координационных советов стали выборы, которые проходили на страновых и региональных конференциях. Как результат, сейчас страновые координационные советы созданы и работают в 93 государствах мира. Это были первые шаги по формированию консолидирующих институтов нашего движения. Это была та песчинка, вокруг которой постепенно начала расти жемчужина нашего движения. Любой более-менее активный участник всего этого процесса хорошо помнит, какие споры, недоверие, даже противодействие вызывали эти инициативы и эти первые шаги. Мы всегда относились к этому спокойно, ведь противоречий и возражений, как известно, не бывает только на кладбище. Постепенно работа стала приносить плоды. Во многих странах координационные советы начали активно работать и сотрудничать с гражданским обществом, с властями стран проживания, выражая свою, хочу подчеркнуть, консолидированную позицию по самым разным вопросам, затрагивающим законные права и интересы российских соотечественников. Стал налаживаться диалог с Россией, с институтами ее гражданского общества, с регионами Российской Федерации. В это же самое время в самой России начали формироваться, как я называю, институты сотрудничества с диаспорой. Это фонд «Русский мир», фонд поддержки и защиты прав соотечественников. Бессрочно, и хочу подчеркнуть, успешно работает программа содействия добровольному переселению соотечественников в Россию. Причем во многих странах координационные советы оказывают представителям Федеральной миграционной службы помощь для ее эффективной реализации. Активнейшим образом в поддержку зарубежных соотечественников включились российские регионы. Это прежде всего Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Алтайский край. Но самое главное, наше сообщество стало ощущать чувство локтя, неравнодушие к проблемам зарубежных соотечественников. Мы перестали выглядеть кучкой крикунов, непонятно от кого, непонятно чего требующих. Мы учимся решать все возникающие вопросы на системной правовой основе. И как любой живой организм, наше движение постоянно нуждается в новациях, а то и в переменах. Наступило время, когда окрепшие общественные объединения соотечественников и их координирующие структуры стали нуждаться в выходе на международные площадки. А это потребовало изменений и принципов, и подходов к формированию всех высших органов нашего движения. Откликаясь на эти запросы, Всемирный Координационный Совет Российских Соотечественников инициировал разработку и принятие ряда документов, которые регламентировали правила формирования Всемирного Координационного Совета, порядок проведения выборов, принципов проведения региональных конференций и тому подобное. Также был учрежден новый международный институт в нашем движении – Региональный Совет, объединяющий организации соотечественников на уровне больших регионов. Так, в 2015 году были созданы региональные советы стран ближнего зарубежья, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Американского континента, Африки и Ближнего Востока. В основу новых подходов легли демократические принципы – выборность всех представителей тайным голосованием, с четким сроком полномочий от Конгресса до Конгресса, регулярная ротация общин, делегирующих своих представителей в ВКС, невозможность занимать одновременно позиции руководителя странового координационного совета и членство во Всемирном или региональном совете. Не скрою, при обсуждении всех этих реформ высказывались возражения о том, что наше движение станет излишне формализованным и, по сути, превратится из общественного движения в квазибюрократическую структуру. Нельзя согласиться с такими выводами, и вот почему. Без сомнения, основная деятельность во всех общественных организациях российских соотечественников осуществляется в первую, вторую, десятую очередь исключительно в странах проживания. И то, как эта деятельность осуществляется, каким образом формируются страновые координационные советы, есть ли у того или иного совета председатель, координатор или нет, исключительно внутреннее дело каждой страны. Единственное требование – выборность и гласность принятия решений. Но согласитесь, что при выходе на международный уровень необходимо знать, с кем имеешь дело, кого представляет тот или иной человек, от кого это будет зависеть, представляет ли региональный или всемирный совет действительно соотечественник или только лишь
человек, который представляет самого себя. Именно поэтому потребовалась формализация наших международных институтов. Второй, может быть, самый важный аспект реформы – обязательная ротация. Это в разы расширяет число потенциальных участников нашего международного движения, дает стимул для эффективной работы, открывает перспективы для молодежи в нашем движении. Мы обязаны были порвать с порочной практикой, когда одни и те же лица десятилетиями делают вид, что борются за права соотечественников, хотя на самом деле защищают только лишь свое право на звание главного соотечественника. Ну и, конечно же, людей, имеющих огромный опыт общественной деятельности, работы в нашем движении, мы просто не должны потерять. В текущем году новые правила были введены в жизнь, выбран новый состав Всемирного координационного совета, сформированы региональные советы. В период после 4-го конгресса пошли две знаковые международные тематические конференции «Вклад соотечественников в мировую культуру» и посвященную столетию начала Первой мировой войны. Подписано соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой России. Проведено множество мероприятий на региональном и страновом уровнях. Предстоящий конгресс должен будет обозначить новые задачи. В первую очередь это привлечение молодежи, новые формы сохранения русского языка, права и защиты, поддержка соотечественников, расширение сотрудничества с российскими регионами, формирование инструментов сотрудничества с гражданским обществом России, в первую очередь через Общественную палату. С одной стороны, эти задачи перманентны, но уже сейчас мы способны и должны их решать на качественно новом уровне. Все это требует заинтересованного и неравнодушного обсуждения на Конгрессе. Зачастую, общаясь с коллегами, слышу, что в странах нашего проживания некоторые, прямо скажем, недружественные СМИ считают нашу деятельность формированием некой пятой колонны, поскольку мы, мол, продвигаем интересы России. Даже с очень высоких и порой ответственных трибун порой раздаются возгласы и вопросы о невозможности оценить, что представляет собой русский мир. Ответ этот один. Русский мир, он есть и представляет собой планетарное пространство, в котором у миллионов людей формируется российская идентичность. Ни в каких доказательствах своего существования русский мир не нуждается. Есть Россия с уникальным и неповторимым соцветием культур множества народов. Есть миллионы наших соотечественников, для которых мир без Толстого и Достоевского, Чайковского и Рахманинова, Шаляпинова и Хворостовского, Тульпалева и Сикорского, Родино и Харламова стал бы несовершенным. Русский мир – это некая ноосфера, если так можно выразиться, которая включила в себя и Восток, и Запад. Если по определению классика «Восток есть Восток», «Запад и Запад, и вместе им не сойтись», то в России, как в геометрии Лобачевского, нашего тоже соотечественника, нисходящееся сходится, и ни на что не... Здесь Восток и Запад переплетаются в единый организм, ни на что не похожий и развивающийся по законам Божьего промысла. Хочу подчеркнуть, что русский мир – это не есть политика, это состояние ума и души. Мы, люди русского мира, живя в каждой из своих странах, начинаем чувствовать себя частью этой страны и земли, любить ее, восхищаться и дорожить. Но при этом мы не только пользуемся, мы приносим все то громадное богатство, которое накопило, вырастило, выстрадала русская цивилизация. Этим мы готовы делиться с каждым, ничего ни у кого не отнимая и никого не унижая. В завершение хочу пожелать новому составу Всемирного координационного совета успехов и призываю своих коллег, с которыми проработал не один год, при необходимости помочь и обязательно их поддержать. А также хочу выразить благодарность Сергею Викторовичу Лаврову за поддержку постоянную во время моей работы во Всемирном координационном совете. Большое спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей Викторович. Я приглашаю выступить председателя Комитета Государственной Думы Леонида Эдуардовича Слуцкого, который огласит послание председателя Госдумы Сергея Евгеньевича Нарышкина. Пожалуйста. Спасибо большое, дорогие друзья. Я много вижу в зале родных лиц. Ваше святейшество, глубоко уважаемая Валентина Ивановна, Сергей Викторович. Я действительно начну с послания Сергея Евгеньевича Нарышкина, который, где бы ни работал, одним из ключевых приоритетов своей деятельности всегда сохранял
консолидацию русского мира и русского зарубежья. Приветствую участников 5-го Всемирного конгресса соотечественников. Россия стремится поддерживать устойчивые связи с соотечественниками, и мы чувствуем вашу поддержку по многим вопросам. В консолидации зарубежных общин, сплочении людей, которых связывает общий язык, история, культура, традиции – ключ к успеху в современном мире. Широкое участие в Конгрессе представителей парламентов, политических партий и экспертов из разных стран не только открывает большие возможности для обмена мнениями, но и позволяет внести реальный вклад в преодоление таких актуальных угроз, как нацизм, исламский радикализм и терроризм. Уверен, только на основе конструктивного международного взаимодействия можно эффективно решать глобальные проблемы, достигая взаимопонимания, учитывая интересы каждой страны и каждого народа. Желаю 5-му Всемирному конгрессу соотечественников успешной работы. Сергей Евгеньевич Нарышкин. От себя, дорогие коллеги, добавлю, Валентина Ивановна здесь ссылалась на программные слова президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, сказанное им в начале 2012 года в программной статье «О России, меняющийся мир», о том, что мы должны в разы увеличить наше культурное и гуманитарное присутствие в мире и на порядок увеличить его там, где говорят по-русски или понимают русский. Эта работа идет серьезными темпами. Но нам еще есть к чему стремиться и над чем работать. Еще далеко не все нас устраивает. В первую очередь это касается русскоязычного образования, поскольку задача именно нашего с вами поколения и именно в ближайшие годы заключается в том, чтобы после нас не пришло новое поколение, не говорящее по-русски. В 1989 году в мире по-русски говорило 350 миллионов человек. Сейчас 270. Ни один язык не исчезал так быстро с лица планеты за последнее столетие, как русский. И этот процесс – именно наша с вами задача в ближайшие годы повернуть вспять. А, к сожалению, на той же Украине еще до кровопролитного, братоубийственного гражданского кризиса с 8 по 13 год за 5 лет закрылось более 600 русских школ. В некоторых других странах постсоветского пространства существует всего 1-2 русских школы. Сегодня в зале присутствует Виктор Антонович Садовнич, ректор Московского университета, который только за последние годы открыл несколько мощных филиалов Московского университета. Сейчас Россотрудничество, та структура, которая отвечает системе исполнительной власти Российской Федерации и координируется непосредственно Министерством иностранных дел, работает эффективно для того, чтобы русские школы открывались, чтобы наше культурное и гуманитарное присутствие в мире наращивалось самым реальным и эффективным образом. Я рад приветствовать в этом зале многих знакомых нам руководителей русскоязычных средств массовой информации, русскоязычных телевизионных каналов, в том числе тех, которые возникли в самое последнее время. Именно ваша подвижническая деятельность работает на то, чтобы деформация образа России за рубежом, которая, к сожалению, сегодня все более происходит, так сказать, на наших глазах и возрастает, также была повернута вспять. Сегодня в работе нашего конгресса участвует более 400 делегатов из 97 стран. Это мощнейшая сила, которая реально может и способна решить стоящее перед нами цивилизационное поистине по важности своей задачи по консолидации богоспасаемого и богохранимого русского мира. Я уверен, что у нас все это получится, и я желаю конгрессу соотечественников всячески успешной работы. Спасибо. Спасибо, Леонид Эдуардович. Я приглашаю выступить представителя русскоязычной общины Украины, сопредседателя Странового координационного совета Евгения Павловича Бакланова. Я не вижу Евгения Павловича Бакланова. Кто-то может? А, вижу, все, спасибо. Добрый день, дорогие коллеги, уважаемые друзья. Нашу организацию мы назвали «Мирные инициативы развития». Вы знаете, в своем выступлении хочу затронуть два важных вопроса. Это опыт нашей работы по поиску путей для взаимодействия с российскими структурами, предложения по улучшению результатов. Ну и, конечно же, хотелось бы немножко затронуть тему о нашем совместном добрососедстве.
Значит, опыт нашей работы. В начале 2014 года, когда на Украине разворачивались известные уже всем события, мы с рядом моих друзей, партнеров и коллег задумались, как организовать работу с теми людьми на Украине, которые не хотят менять свои взгляды и испытывают добрососедские и партнерские отношения с Россией. Естественно, изучив среду и поняв, с какими организациями мы можем работать и получить поддержку, мы познакомились с представительством Россотрудничества Украины. Уже через месяц мы предложили осуществить в партнерстве ряд проектов, которые помогли бы привлечь молодежь к работе по сохранению и воспроизводству добрых чувств к российско-украинскому сотрудничеству. В это время в Казани в 2014 году по инициативе представительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом была создана конференция «Молодежь, наука и инновации». Опираясь на увиденные там результаты, мы определили, что для успешной работы в Украине нам необходимо иметь украинское юридическое лицо, способное в рамках украинской юридической реальности взаимодействовать с посольством Российской Федерации в Киеве и Россотрудничеством. Так мы создали свою организацию в полном соответствии с законодательством Украины. Уже в августе 2014 года, в самый пик накала страстей, совместно с Россотрудничеством и посольством России в Украине и представителями ОБСЕ мы провели семинар для молодых лидеров российских соотечественников, где обозначили три основных главных задачи. Первое – это создать региональные точки активности. Второе – это внедрить программу мягкой силы. И третье – это разработать долгосрочную концепцию. Участие ОБСЕ в указанном проекте не вызвало аллергию со стороны властей. Все три указанные выше действия свелись к осознанию необходимости создать эффективного социального менеджера в регионе, самодостаточного, имеющего положительное представление о партнерстве Украина-Россия, готового участвовать в социальных задачах и брать на себя ответственность за результат. В качестве такого менеджера мы предложили свою организацию. Это дало результаты. Уже в ноябре-декабре 2014 года в Киеве и в Харькове при поддержке Россотрудничества и посольства прошли круглые столы по информационной поддержке государственной программы переселения. Я хочу отметить, что это был исключительный повод для того, чтобы собрать организации, которые отстаивают позицию соотечественников в Украине. На данное мероприятие нами были приглашены лидеры различных общественных организаций для распространения необходимой нам информации и также о программе нашей деятельности. Этим мы подтвердили, что эффект содержания и поддержки социальных лидеров по областям в нашей стране помогает эффективно ставить задачи и создавать проекты. Вторым вопросом хочу рассказать о партнерах. При формировании сети социальных менеджеров необходимо постоянно задействовать их в разных социальных задачах, иначе структура перестает работать. В этой связи мы попытались заручиться поддержкой разных структур. Не только работаем с партнерами и организациями в Украине, но и также с российскими фондами, в общественном секторе, с МИДом России и Россотрудничеством для реализации совместных задач. Уже в 2015 году мы эффективно не только проработали, но и осуществили совместные проекты с этими организациями. Например, в этом году мы провели очередной семинар молодых лидеров в городе Харькове, где различные представители общественной организации с 7 регионов Украины у нас было, больше 100 человек. Также хочу поблагодарить в этом году, в конце августа, мы провели вахту памяти, помним, гордимся, посвященную к 70-летию Победы. Очень приятно, что мы нашли понимание и поддержку не только с общественным сектором, но также непосредственно Генеральное консульство Российской Федерации в Харькове откликнулось. Были награждены ветераны медалями, а также нам было приятно, когда участник Курской дуги передавал опыт молодежи. Вывод сегодня очевиден, коллеги. Если у вас есть идея и желание реализовать себя во благо и развитие России за рубежом, то все партнеры реагируют адекватно и помогают. Исходя из вышесказанного, мы поставили на 2016 год две большие цели. Первое. Для активизации структуры по городам нам необходимо выйти на проведение одного всеукраинского проекта в месяц, иначе структура не работает. Знаете, что есть проблематика с этим. И второе. Нам необходимо выйти на международный уровень, чтобы сегодня заложить процессы стремления евразийской интеграции в общественном секторе движения соотечественников в Украине. Третьим пунктом выскажу свои предложения. В условиях отсутствия стабильности сейчас трудно сделать точный прогноз событий на Украине. Бюджет организации складывается таким способом, что уже в марте текущего года
подается проектирование на следующий год. В данном контексте мы понимаем, что управление финансовыми ресурсами нужно переводить в ручной механизм и дать возможность менять тематики проводимых мероприятий в Украине под ту ситуацию, под ту задачу, которая сегодня происходит. Хочу поблагодарить старшее поколение основателям движения Координационных советов. Я знаю, что на этой конференции присутствует 30% людей, которые относятся к категории молодежь. И мы готовы с каждым из вас поделиться стратегией и механизмами успеха, которые мы достигли за эти полтора года. Помните, что только от вас зависит, какой дорогой вы пойдете. И наша задача – действовать и достигать результатов. Возраст, желания и партнеры нам в этом помогут. Давайте своей ежедневной работой международный имидж России выведем на новый уровень. Спасибо за внимание. Спасибо, Евгений Павлович. Я приглашаю министра культуры Российской Федерации Владимира Вячеславовича Мединского. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас всех на родине. Знаю, что в среде культурной среде русского зарубежья популярен такой девиз: «Наше Отечество, русский язык». Это очень красиво, это очень верно по духу, но я хотел бы этот девиз расширить. Все мы здесь собравшиеся говорим, думаем, видим сны на русском языке. Это значит, что независимо от географии того, где мы живем, мы находимся в пространстве русской культуры. Ибо ни прописка, ни трудовая книжка, а именно культура – это то, что делает человека американцем, французом или китайцем. Русская культура, культура всех народов России, делает нас русскими, и мы все ее носители. Министерство культуры проводит бесчисленное количество мероприятий, гастролей, акций, поддерживает множество культурных мероприятий за рубежом, кинофестивалей, в том числе и ориентированных не только на зарубежных граждан, но и на российскую диаспору. Но при всем при этом мы должны понимать, что культура – это не просто сумма произведений искусства и памятников. Культура – это образ мысли, это способ самоопределения личности и общества. И то, что вы сейчас, независимо от вашего гражданства, работаете в русском культурном пространстве, это и есть самое ценное. Это делает каждого из вас, дорогие друзья, естественным пропагандистом русской культуры, русского образа жизни, русского самоопределения. Хотел бы особо подчеркнуть, что, говоря слово «русский», я произношу его не в узкоэтническом, боже упаси, не в националистическом смысле этого слова, а в том смысле, который всегда закладывали в это слово наши философы и мыслители, в слове, в смысле культурном и даже цивилизационном. Нельзя в этой связи не подчеркнуть глубинную правоту слов Святейшего Патриарха о том, что нет большей угрозы для русского мира и русской культуры, чем пещерный национализм. И вообще, когда мы говорим о вот этих русских маршах, то так и хочется, честно говоря, сказать, что, вы знаете, коллеги, настоящий русский марш – это когда Суворов через Альпы, это когда казаки-первопроходцы на Сибирь, на Дальний Восток, на Крайний Север. Ну, в крайнем случае, если уж припрет совсем, то это когда Жуков-Рокоссовский на Берлин. Ну, русский марш – это точно не националисты в Люблино. Поэтому, вот подхватывая эту мысль, Сергей Викторович говорил, что этот год проходит под эгидой 70-летия Победы во Второй мировой войне. Хочется особо обратить внимание на то, почему мы так болезненно относимся к тому, что, как принято сейчас называть, пересмотру итогов Второй мировой войны, к фальсификации истории. С 1945 года мы живем в мире, который сложился после Победы. Причем слово «мир» я хотел бы употребить не в том смысле, что не война, а в таком толстовском смысле этого слова, как порядок жизни человечества. И в основе этого мира как раз итоги и уроки войны, которые до недавнего времени все участники мировой политики, в общем, понимали одинаково и под сомнение не ставили. Поэтому сегодня, когда эти итоги и уроки предлагается в некоторых странах пересмотреть, это означает, что нам, собственно, вместо мира предлагают что-то иное. А что нам предлагают? Я думаю, мы как-то по инерции считаем, что мир на планете обеспечивается исключительно ядерным паритетом и
системой коллективных договоров. Я думаю, это не только так. Мир зиждется на самом деле на внутреннем духовном понимании того, что в нашей истории, в нашем сегодняшнем дне есть добро, а что есть зло, что черное, что белое, где Бог, а где сатана. И когда это понимание ломается, когда сносятся памятники солдатам-освободителям, когда тот, кого считали всю жизнь спасителем, становится захватчиком и интервентом, ну что это может означать? Мы все видели с вами, как 9 мая этого года 12-миллионный марш бессмертного полка прошел по улицам и российских, и не только российских городов. Мы видели с вами, что в первых рядах этого марша наша молодежь, которая не то что там войны не помнит, она и советского периода истории не застала. А что это значит? Это означает, что эти представления о добре и зле, эти представления о победе, это уже не просто наша история, это часть нашего культурного кода, это неотъемлемая часть нашей культуры, нашей цивилизационной идентичности. Ложь о войне в глазах русского мира – это святотатство. Ну, а вы знаете все, как у нас принято защищать святыни. Я желаю успеха всем участникам Конгресса, успешной работы. И самое главное, нам надо задуматься о том, как лучше скоординировать усилия всех российских ведомств, работающих на этом направлении, как объединить усилия активистов российской диаспоры за рубежом, организация наших соотечественников, потому что цели и задачи у нас абсолютно едины. Желаю успешной работы. Спасибо. Спасибо, Владимир Ростиславович. Я приглашаю заместителя руководителя Федеральной миграционной службы Анатолия Евгеньевича Кузнецова. Дорогие друзья, разрешите поприветствовать от лица Федеральной миграционной службы всех участников и гостей 5-го Всемирного конгресса соотечественников. Всесторонняя поддержка и укрепление развития связей с российским зарубежьем является важнейшим направлением как внешней, так и внутренней политики России. Значительная роль в этом процессе принадлежит миграционной политике, проводимой нашим государством. Как известно, основным приоритетом в ее развитии является утвержденная президентом России концепция миграционной политики государства на период до 2025 года. Своей главной задачей считаем создание прозрачного, понятного законодательства в миграционной сфере, ориентированного на потребности людей, бизнеса и государства. Такой подход подразумевает, с одной стороны, упрощение административных процедур и снятие ненужных барьеров в области миграции, с другой – надлежащий контроль за соблюдением установленных правил. С момента проведения 4-го Всемирного конгресса Федеральной миграционной службы проведена серьезная нормотворческая работа, направленная на решение указанных задач. Хочу коротко проинформировать о результатах. Значительные изменения претерпело законодательство Российской Федерации о гражданстве. В первую очередь, имея в виду упрощение порядка приема в российское гражданство соотечественников, признанных носителями русского языка, о чем уже говорила Валентина Ивановна. Применяется данный порядок фактически с августа 2014 года. В настоящее время с заявлениями о признании носителями русского языка к нам обратилось более 15 500 человек, большинство из которых – это граждане Украины, Узбекистана, Казахстана. Следует учитывать, что одним из условий приема в российское гражданство носителей русского языка является выход из имеющегося гражданства. Второе нововведение касается установления упрощенного порядка приобретения гражданства для иностранных граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями, инвесторами и квалифицированными специалистами, а также получивших профессиональное образование в российских образовательных организациях. В прошлом году мы осуществили реформу законодательства о трудовой деятельности иностранных граждан в России. Итогом стал принятый принципиально новый порядок привлечения к трудовой деятельности мигрантов без визовиков, который вступил в силу с начала этого года. Несколько слов о том, что из себя представляет эта новая система. Теперь иностранные граждане, въезжающие в безвизовом порядке, могут осуществлять трудовую деятельность в стране без каких-либо квот по патенту. При этом работать по патенту можно не только у физического лица, как это было ранее, но и у юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Такой подход существенно упростил процедуры для соотечественников, желающих работать в нашей стране. Важнейшим событием 2014 года стало вступление в силу договора о Евразийском экономическом союзе. Сегодня граждане государств-участников союза фактически приравнены к россиянам в праве на трудоустройство, а также получили значительные преференции в порядке въезда и пребывания на территории государств-сторон. Безусловно, одним из важнейших приоритетов российской миграционной политики является деятельность по добровольному переселению соотечественников в нашу страну. Эта работа строится на основе утвержденной президентом России государственной программы, которая реализуется с 2007 года. Сегодня мы наблюдаем активизацию процесса возвращения соотечественников. Существенно изменилась его динамика. Если в 2008-2009 году мы принимали менее 10 тысяч человек в год, то уже в 2014 году для дальнейшего проживания к нам прибыло 106 тысяч человек. В этом году ожидаем переселения более 150 тысяч. Значительно увеличилось количество субъектов России, принимающих соотечественников. Если мы начинали с 12 пилотных регионов, то в настоящее время госпрограмма реализуется уже в 59 субъектах России, и это не конечная цифра. Вот, готовится еще ряд региональных программ. Сегодня мы стремимся создать условия для привлечения в страну молодежи, студентов, инженеров, ученых и других специалистов, востребованных специальностей. Только в текущем году число участников госпрограммы включено свыше 100 научных работников, имеющих степени кандидатов и докторов наук, порядка 2500 студентов. В связи с непростой ситуацией на Украине и массовым прибытием в Россию граждан, Федеральной миграционной службой была проведена серьезная работа по оказанию помощи этим людям, как в обустройстве в стране, так и в приобретении правового статуса. За статусом временного убежища к нам обратилось почти 400 тысяч граждан Украины. Многие из них пожелали связать свою дальнейшую судьбу с Россией, и по этой причине мы оперативно скорректировали государственную программу, предусмотрев возможность вступления в нее вот таких людей. Принятые меры позволили в 2014 и 2015 годах включить в число участников программы более 130 тысяч соотечественников из Украины. Около 52% из них уже приобрели российское гражданство. Дорогие друзья, завтра состоится заседание тематической секции, посвященной государственной программе переселения. В ее работе примут участие компетентные представители Федеральной миграционной службы, МИДа, Россотрудничества, а также руководители ряда субъектов. Приглашаю всех желающих на нашу секцию. Уверен, что разговор получится интересный и содержательный. Благодарю за внимание. Желаю всем участникам Конгресса успешной и плодотворной работы. Спасибо. Спасибо, Анатолий Евгеньевич. Хочу попутно уточнить, что закон о гражданстве действительно предполагает выход из гражданства государства проживания для вступления в российское гражданство, но допускает одно исключение. Исключение состоит в том, что когда обстоятельства не позволяют документально оформить выход из гражданства страны проживания, то можно этого и не делать, но сейчас разрабатывается конкретная процедура без изменения закона, но по линии нормативных правовых актов. Думаю, что в скором времени она завершится. Я хотел бы с большим удовольствием пригласить князя Никиту Дмитриевича Лобанова-Ростовского, который стоял у истоков движения соотечественников, очень много сделал для сохранения культурного, исторического наследия за рубежом, и который неизбежно выступает с очень интересными инициативами о том, как укреплять наш русский мир. Пожалуйста, Никита Дмитриевич. Уважаемый господин министр, ваше святейшество, уважаемые учредители этой встречи, уважаемые соотечественники, хотел бы вам напомнить о памятнике примирения. 15 лет тому назад, в ноябре 2000 года, президент России Владимир Путин посетил русское кладбище под Парижем в Сен-Жан-Вев-де-Буа и возложил венки на могиле русской героини
сопротивления Вике Оболенской и русскому писателю Ивану Бунину. Затем он остановился перед могилами тех, кого называют белогвардейцами, и произнес: «Мы дети одной матери, России, и для нас настало время объединяться». Рождение идеи, которая была и вела бы консолидация российского общества, для меня, как и многих представителей потомков первой волны эмиграции, переживших ужасы гражданской войны, казни родных и близких, без суда и следствия, тюремные сроки, как и счастливый финал изгнания из родного отечества, все это происходило без преувеличения. Тяжко. Но я убежден, что без терпимости, примирения и покаяния не может быть народное единство. Многие сидящие в этом зале на Втором Всемирном конгрессе с одобрением встретили выступление графа Шереметьева, здесь сидящего, от имени МСРС о создании памятника примирения. Эта инициатива тогда получила поддержку Его Святейшества Патриарха Московского и все Руси. Крым. Событие исторического масштаба. Воссоединение Крыма с Россией возродило идею создания памятника примирения. Ведь Крым был последним кусочком русской земли, откуда и началась история русской белой эмиграции. Сегодня, как отметил президент Путин, Крым может сыграть уникальную объединяющую роль для России, став источником и духовным историческим факторе еще одной линии примирения, как красных, так и белых. Дорогие друзья, могу вам сообщить, что глава правительства Республики Крым Сергей Аксенов, жаль, что его здесь нету, поддержал идею установления памятника в одном из четырех городов Керчи, Евпатории, Феодосии и Ялте. Благодаря поддержке Министерства культуры совместно с Российским военно-историческим обществом уже создана рабочая группа и подготовлена дорожная карта по практической реализации памятника примирения. Предлагается провести в 2016 году открытый конкурс на скульптурное расширение памятника примирения и общественное обсуждение проекта и место его возведения в 2017 году, в День народного единства, 4 ноября. Так что у нас есть 2 года на исполнение этого задания. Памятник, по нашему убеждению, должен быть сооружен на средства, собранных по доброй воле россиян, живущим в России, так и за ее пределами. Прошу внести в резолюцию Всемирного конгресса предложение о поддержке создания памятника примирения в Крыму, а также зарегистрировать участие диаспоры в осуществлении этого проекта. Спасибо вам. Большое спасибо, Никита Павлович. Я думаю, господин министр, у меня, к сожалению, полминуты лично для вас. 3 года тому назад я прочел, что вы высказались, что мой предок Лобанов Ростовский был один из самых удачных министров Российской империи своего времени. Сегодня же весь мир знает, что вы самый удачный министр иностранных дел всего мира. Спасибо, Никита Павлович. Спасибо. Спасибо. И вы достойно и умело защищаете интересы России. В этом контексте, знак своего уважения к вам, я
оставил для вас обрамленную картину министра иностранных дел Лобанова Росовского. И узнав, что в музее министерства нету этого изображения, оставил и второй экземпляр. Спасибо. Я хотел бы пригласить для выступления Александра Агановича Чубарьяна, академика, директора Института всеобщей истории. Уважаемые коллеги, я очень рад, что я имею возможность выступить после прекрасного выступления нашего уважаемого коллеги, нашего друга. И должен сказать, что идея примирения, она получает все большее распространение и в России. Я просто хочу проинформировать наших коллег из-за рубежа, что сейчас в России закончился конкурс полгода назад на основе новой концепции российской истории, новых учебников, и в них дана вот эта вот, проходит мысль, это о необходимости нового подхода к событиям 17-го года и последующей гражданской войны. В России как фактор примирения это памятники Колчаку, и у нас в этих новых учебниках истории говорится о том, что была своя правда у красных и была своя правда у белых. И вопрос главный вот для меня, вывод из гражданской войны состоит в том, что люди могут иметь разные взгляды, но нельзя отстаивать свои взгляды силой и уничтожением людей с противоположной точки зрения. А вообще я хотел сказать, что история стала сегодня полем ожесточенных споров и нападок на Россию. Дело в том, что это речь идет не только о российской современной политике. В конечном счете та русофобия, которую мы все видим, надо откровенно сказать это, и которая в большой мере поощряется средствами массовой информации во всех странах, которые здесь присутствуют, она имеет в виду не просто искажение нашей политики. Это все-таки удар по всему русскому миру. Это удар и, я считаю, нападение и на тех русских или русскоязычных, тех представителей российской диаспоры, которые живут по всему миру. В самом деле, вот здесь шла речь о искажении событий 70-летней давности, победы во Второй мировой войне, роли Советского Союза. Но ведь смысл русофобии, он идет гораздо дальше, вглубь веков. Мы участвуем, я вот во многих конференциях, последний был совсем недавно, в ряде европейских стран. В общем, сейчас большие атаки на происхождение древнерусского государства, на смысл и суть пути, который был избран народом многие столетия лет назад. Это фактически подрыв, попытки подрыва российской идентичности, а значит, это попытки искажения и нападения на все русское, на все те идеи и ценности, которые исповедуем мы все вместе с вами. Поэтому я думаю, что это задача нашего отпора и вообще нашей активизации в этой области – имеет огромное значение. Я прочитал резолюции предыдущего Конгресса. Там были слова хорошие, это правильно. Я услышал сегодня очень много впечатляющих выступлений о том, как много всего сделано. Но я думаю, что мы должны в условиях нынешней, современной, трудной международной обстановки усилить, умножить наши действия по популяризации, по защите российских ценностей, наших
повторяя нашей идентичности, нашей культуры, о чем уже шла сегодня речь. Речь идет и о самых древних периодах нашего государства, и о периодах последующих веков, и о XVIII веке, и о XIX веке. Сейчас просто нет возможности об этом говорить. В этой связи, я думаю, что нам надо предпринять и целую систему мер. Это должна быть не просто отдельные действия, а должна быть какая-то выработанная государственная система и общественная система. Ну вот, в частности, мы приготовили и готовим сейчас для новых учебников по русской, по российской, по отечественной истории серию брошюр. Были выбраны нашими учителями 30 трудных вопросов российской истории. Но они трудные с точки зрения преподавания в школе, скажем. Но это трудные вопросы, и имеющие международный контекст. Я думаю, что вот эти брошюры надо внести в резолюцию, что Министерство образования и науки, которое мы готовим, должно эти брошюры активно передать и нашим коллегам, которые работают и живут за рубежом. Второе, я бы внес такое предложение, я готов вместе с моими коллегами, что надо подготовить на основе всего того, что уже у нами сделано, популярную небольшую, или большую, но популярную, повторяю, книгу по истории России специально для соотечественников, специально для тех, кто живет сегодня за рубежом. Мы можем сделать довольно быстро это, и надо, чтобы наши организации, прежде всего и Минобр, и, может быть, «Русский мир», я вижу здесь Вячеслава Алексеевича, содействовали тому, чтобы эта написанная книга попала бы действительно, получила бы широкое распространение повсюду. У нас проводится много летних школ. Многие наши университеты, научные учреждения, Россотрудничество ведет большую работу. Я думаю, эту систему надо резко усилить, чтобы были школы для молодежи, преимущественно для нашей российской диаспоры. У нас летние школы есть такие, но я думаю, просто надо внести в резолюцию значительно активизировать эту деятельность по молодежи. Потому что я вам скажу совершенно откровенно, вот эта огромная русофобия, которая идет из средств информации, вы лучше это знаете, коллеги, она очень воздействует на умы именно молодого поколения, которые мало осведомлены о ситуации, мало знают фактов. Поэтому я думаю, что вот такого типа школы, сейчас есть школа молодого лидера, это хорошо, но надо делать больше, привлекать людей и так называемых стран постсоветских, стран СНГ, как мы называем, но и всего мира в целом. А вообще, я думаю, что мы должны объединить наши усилия. Было бы важно, чтобы вот в этих предлагаемых, скажем, мерах активно участвовали бы и наши представители русскоязычного населения, живущего именно за пределами России. Там есть, я знаю этих людей, там есть очень высококвалифицированные учителя, профессора, специалисты. Вот я думаю, большая задача привлечь их тоже для подготовки совместных и научных трудов, и летних школ, и прочих мероприятий. Спасибо. Спасибо, Александр Аганович. Дорогие друзья, я исхожу из того, что редакционная комиссия Конгресса работает на постоянной основе, и все предложения, которые прозвучали сейчас, которые внес Александр Аганович, которые Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский внес, будут должным образом отражены и представлены на ваше одобрение. Я приглашаю члена Всемирного координационного совета, председателя православного благотворительного Владимирского общества Киргизии Станислава Викторовича Епифанцева. Ваше святейшество, уважаемый Сергей Викторович, Леонид Эдуардович, уважаемые коллеги, рад очередной встрече с вами, дорогие друзья, и благодарю за предоставленную возможность выступить на сегодняшнем форуме. Говоря о русском мире, стало уже традиционным говорить о том, в какой сложной ситуации нам приходится с вами жить и работать. И изрядную часть времени в выступлениях обычно занимают рассказы, как нам, соотечественникам, тяжело и трудно.
Это в известной мере так и есть. И, видимо, я в своем выступлении отдам дань этой традиции. Однако, в первую очередь, хочу сказать, что за последние два года произошли кардинальные изменения в психологической ситуации в русском мире и вокруг русского мира в странах постсоветского пространства. И эти перемены носят принципиальный и, будем надеяться, долгосрочный характер. Эти перемены в какой-то мере можно проиллюстрировать словами президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, сказанные на недавней встрече с Владимиром Владимировичем Путиным. Говоря о только что закончившейся политической кампании по выборам в парламент республики, он отметил, что впервые выборы прошли без националистических антироссийских выпадов. И как непосредственный участник выборной кампании могу подтвердить, что это действительно так. А ведь все новейшее время усилиями отдельных групп, различных групп в стране присутствовала сильная антироссийская риторика. И хочу отметить, что не только в Кыргызстане. Не меньше, а может быть и более сильная существовала и в других странах региона. Если обратиться к 90-м годам, то в ослабевшую, ограбленную и разрушенную Россию не плевал только ленивый. Поверьте, такая ситуация корежила и довольно сильно души соотечественников. И если мы теперь наблюдаем подъем патриотического духа в России, сплочение российского народа вокруг политики президента России, то могу утверждать, что сходные процессы происходят и в среде соотечественников. Происходящие события доказывают, что в наших краях привыкли уважать только силу и сильных. И все антимонии насчет братской дружбы, интернационализма хороши, когда у тебя крепкие кулаки и полный кошелек с деньгами. Впрочем, этот постулат силы, думаю, уверен и для всего остального мира. Ведь теперь и обнаглевшие саудиты, и непонятная богатая ближневосточная страна Катар внезапно поняли, что могут быть разнесены в щепки всего лишь катерами Каспийской флотилии России очень эффективно и вполне себе неожиданно. Такое понимание, несомненно, должно отрезвлять. Уверен, что не только эти страны. Я, в принципе, пацифист и всегда предпочитаю мирно решать вопросы, но в данном случае я двумя руками поддерживаю политику президента России. Да, конечно, на этом пути Россию всех нас ждут не только розы и не только санкции. Гражданская война на Украине принесла на восток страны кровь, слезы и разрушения, разделила страну, народ, да и весь русский мир расколола нешуточно. Однако все здесь не так однозначно, в том числе и для судеб русского мира. Один из главных итогов, вынесенных из украинского конфликта, это трезвое отношение к анахронизму времен Союза, о братских народах и интернационализме. Разумеется, мы по-прежнему утверждаем, что Украина братская страна и украинцы братский народ. Но мы помним при этом, кто называет нас не братьями, где Бандера, национальный герой, и где призывают москаляку на гелеку. А если забудем, то копейка цена русским. Вот и болгарские братушки в двух мировых войнах воевали против России, да и сегодня выступают на стороне НАТО, и во всех делах ставят палки в колеса. А чего стоят акты вандализма в отношении памятников русским воинам-освободителям? Да, вот говорят, что простые болгары хорошо относятся к русским, и это, возможно, так и есть. Но тогда какие же болгары обливают памятники краской? Хотелось бы надеяться, что руководство России не вернется к прежней практике, когда за счет русского народа прикармливались элиты той же Украины или стран Центральной Азии. Вот получил, например, Бакиев сотни миллионов долларов кредита от России. И вопрос, где они сейчас? Ведь дело сегодня доходит до смешного. Получила Украина кредит 3 миллиарда долларов, разворовала, как сама признается, а теперь требует, и даже не просит, чтобы Россия простила долг. Яценюк и Ереська делают круглые глаза, чуть не падают в обморок и не понимают отказа, настолько привыкли, что Россия дает и дает. Ведь, если не ошибусь, называлась цифра 250 миллиардов безвозвратных вложений России в Украину. Этими деньгами и вскормлены украинские олигархи, националисты и бандеровцы. Тут же и Кучма, и Ющенко, да и Янукович, пожалуй. Так что, если и стоит России платить, то только за уроки братской дружбы и интернационализма, за отрезвление умов. Нам стоит крепко помнить слова царя Александра III о друзьях России. Уважаемые коллеги и друзья, еще раз скажу, что мне радостно на душе от того, что Россия сегодня воспряла. Добавлю здесь пару слов о патриотизме. Мы ушли, наконец, от порочных времен, когда слово «патриот» было неприличным и даже ругательным. Мы ушли от времен, когда, назвавшись русским, можно было нарваться на обвинения в русском национализме.
И очень хорошо, что мы вспоминаем доблестное прошлое России сегодня. Это и Великая Отечественная война, и забытая Первая мировая война. Хотелось бы здесь напомнить, что и наши края в свое время явили миру примеры русской доблести. Дорогие друзья, говоря сегодня о постсоветском пространстве, невозможно не затронуть тему евразийской интеграции. И, пользуясь случаем, хочу поздравить всех нас с реализацией проекта Евразийского экономического союза. Абсолютное большинство соотечественников в наших странах приветствовало и поддержало эти процессы. Но здесь есть о чем задуматься. Интеграция, на мой взгляд, это не только экономика и финансы. В первую очередь это люди, отношения между людьми и между народами. ЕАЭС, СНГ – это поле одной ответственности, ментальности и, кто бы что ни говорил, общих ценностей. Именно это стало поддержкой для интеграционных процессов. Но это и поле общих проблем и вызовов. Соответственно, сегодня встают задачи, требующие совместных решений. Сегодня в повестке дня на первое место, на мой взгляд, должны выйти гуманитарное, культурное и образовательное сотрудничество. Нужно восстановить то, что мы почти потеряли, то, что так интересует наших заклятых друзей. И они прекрасно понимают цену этим вопросам. Все это и продемонстрировали нам украинские события. Вот мы с вами много лет говорим о проблеме русских школ за рубежом. И за это время изменилось много, если не все, в том числе и в наших странах. Уже другая вода совсем, другая ситуация. Не будем при этом забывать, что мы с вами живем в независимых государствах со своей спецификой и особенностями. И воплощая в жизнь задачи интеграции, восстановления общего образовательного пространства, думаю, будет уместным сегодня говорить о необходимости реализации совместных проектов. Совместных проектов школ с интегрированными российско-национальными программами обучения, включающими в себя компоненты учебных программ двух стран. Именно такой подход может получить общую поддержку как со стороны элиты, так и обществ наших стран. Это позволит совместить лучшие традиции российского образования и национальные особенности и задачи развития. Задачи же поддержки русского языка и культуры при этом получат новые долгосрочные решения. И именно такой подход был заложен при разработке проекта Владимирской гимназии в Бишкеке, который активно сейчас обсуждается в государственных структурах. Со стороны Кыргызстана уже выражалась заинтересованность в его реализации. Руководство страны выделило прекрасный участок для строительства гимназии. Сам проект вполне мог бы стать модельным, а опыт его реализации распространится на другие страны региона. Но, к сожалению, до сих пор строительство так и не начато. И при этом единственный, кто создает и продвигает подобные проекты у нас в стране, это Русская Православная Церковь. И хочу выразить здесь, с этой трибуны, пользуясь случаем, признательность нашему владыке Даниилу, епископу Бишкекскому и Кыргызстанскому. Друзья, свою долю жалоб и претензий я высказал. И хочу завершить свое выступление пожеланием России и всем нам успеха и побед всегда и во всем. Спасибо. Спасибо, Станислав Викторович. Я приглашаю руководителя Россотрудничества Любовь Николаевну Глебову. Любовь Николаевна чуть более полугода в должности, но уже с большинством из вас знакома, я так понимаю. Пожалуйста. Ваше святейшество, уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги, дорогие друзья, соотечественники, очень радостно видеть сегодня в зале не просто столько знакомых лиц, но практически родных лиц, и особенно, конечно, торжественно понять, что мы все собрались здесь в день, когда мы празднуем народное единство. Безусловно, в первую очередь хочу всех поздравить с этим великим праздником, праздником общности, национальной гордости и подлинного народного героизма. Вот в такие дни особенно бывает, напоминает каждому из нас, что все мы рождены в одной стране, все мы рождены в России и все мы по-своему соотечественники. Сегодня в зале делегаты из 97 государств. Это практически половина мира. И вы продолжение России, вы сила России. По силу вы форпост России в этой половине мира, да и, собственно, во всем мире целиком.
Узнавая вас, мир узнает Россию. Он увлекается Россией, он учится ее понимать. И счастье, что русский язык, культура, традиции для всего российского зарубежья остаются жизненно необходимыми, как жизненно необходимой остается и непрерывная связь ваша с Россией. Мы знаем, что всегда можно рассчитывать на вас, на вашу поддержку, на вашу помощь, на ваше неравнодушие и очень проявленную активность. Мы убедились в этом, когда оказались в санкционной блокаде, когда отстаивали право Крыма на самоопределение, когда все вместе по всему миру отмечали 70-летие нашей победы во Второй мировой войне. Мы уверены, что и в ситуации, развязанной против нашей страны агрессивной информационной войны, попыток исторических ревизий и создания преград к сохранению прочных связей российского зарубежья с Россией, вы останетесь не только верными, но и активными союзниками и проводниками. Никто не может лишить людей Отечества, и никогда никто с нами не перестанет быть соотечественником в самом сильном, самом великом смысле этого слова. Уважаемые друзья, Россотрудничество считает работу по поддержке соотечественников, продвижению в мире русского языка, культуры, научного знания, безусловно, базовым приоритетом своей деятельности. Залог успеха мы видим не в наращивании бюрократических процедур, не в чем-то административном, а в расширении практик свободного диалога между людьми, в обеспечении широкой доступности к изучению русского языка, к получению образования в лучших традициях русской школы, в оказании содействия вузам, в привлечении как можно большего количества иностранных студентов и в наши образовательные учреждения, и в сеть образовательных программ, которые успешно уже сейчас реализуются в образовательных учреждениях многих стран. Все необходимые государственно-правовые инструменты для этого есть. И в программе по работе с соотечественниками на 2015-2017 года ставятся вполне конкретные задачи, в выполнении которых мы, безусловно, видим нашу особую ответственность и перед вами, и перед руководством страны. Уже упомянут сегодня проект «Здравствуй, русская школа». Мы получили на него самый благоприятный отклик от всех его участников. И вот уже сегодня в кулуарах нашей встречи многие делегаты подходит только с одной просьбой – увеличить квоты, увеличить возможности. Безусловно, в планировании следующего года мы будем учитывать все пожелания не только в этом проекте, но и во всех остальных делах, которые прозвучат сегодня на нашем конгрессе. Такая включенность в наши действия означает, что мы верно определили направление. Значит, все-таки главным в гуманитарном сотрудничестве остается формат «человек-человек», который выше границ, который выше политики, выше экономических интересов, и единственным из всех способов является способным преодолеть любые формально-бюрократические барьеры. Мы готовимся и стремимся к увеличению площадок диалога для соотечественников в самом разном формате и самой разной повестке дня. Идет ли речь о летних лагерях для детей, о студенческих межстрановых семинарах, о платформах профессионального общения? Мы надеемся, что, обеспечивая и развивая существующие формы работы и привнося новые форматы, обеспечивая интересы к прямым связям в разных направлениях культурного сотрудничества, образовательных, культурных, молодежных связей, мы, безусловно, сумеем вместе предложить те действия, которые дадут результат
в продвижении понимания, что такое Россия, через вашу активность. Мы ждем от вас предложений, и мы очень рассчитываем на то, что и сегодня на пленарном заседании, и завтра на заседании секций будет предложено много разных интересных форматов, и готовы планировать эту совместную деятельность вместе с вами. Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы расширялось количество партнеров из числа соотечественников, из числа общественных организаций и просто активных людей, которые неравнодушно занимаются на месте так называемой народной дипломатией в широком смысле этого слова. Ведь народная дипломатия – это ежедневное общение между людьми. И государство, и наша структура, безусловно, понимают, что именно конкретные точки роста, конкретная активность требует государственной поддержки. Мы стараемся отобрать те интересные инициативы, которые поддерживают наши соотечественники и их общественные организации. Мы в конце ноября уже отмечаем 90 лет народной дипломатии в нашей стране. Этому институту уже 90 лет. Мы пытаемся сохранить традиции, которые за это время сформировались. И, безусловно, хотим, чтобы с вашим же участием мы находили бы новые формы, адекватные задачам сегодняшнего дня. 26 ноября мы проведем общественный форум. Активисты из всех стран, те, кто стоял у истоков, и те, кто продолжают сегодня форматы народной дипломатии, будут в гостях в Москве. И мы тоже рассчитываем на очень интересный и очень включенный разговор. Конечно, уважаемые коллеги, я понимаю, что нельзя выступать на Всемирном конгрессе соотечественников и не уделить отдельно время тем поручениям, которые звучали на предыдущих встречах. В первую очередь это были поручения, связанные с русской школой и русским языком. Концепция русской школы и русского языка одобрена президентом Российской Федерации, и мы видим главное предназначение нашего агентства в следующем шаге – это создать предметный, понятный и конкретный план работы по реализации утвержденных президентом концепций развития русской школы и русского языка. Это наша главная задача на ближайшее время. Безусловно, я рассчитываю, что это будет совместная работа, потому что в очень интересном документе предложены разные форматы, которые в первую очередь требуют действия на месте и требуют того опыта и той активности, которая есть у соотечественников. Конечно, у нас есть задача, не только связанная с русскими школами в полном смысле слова, с полным циклом, но есть и особая забота и нужда у билингвальных семей в обучении русскому языку. И мы также понимаем, что система поддержки дополнительного образования детей, площадок, которые создаются вашими руками, безусловно, требует поддержки и в виде методического сопровождения, и в виде обучения тех специалистов, которые работают над созданием таких центров. Буквально уже в декабре мы собираем на площадке Германии и представителей европейских стран, тех, которые проявляют интерес к этому, для того, чтобы пройти курсы по тому, как можно открыть центр дополнительного образования детей. Безусловно, Россотрудничество понимает, что важнейшая задача, важнейшая миссия гуманитарной деятельности – это поддержка тех, кто является носителем этого представления о России. А это в первую очередь, безусловно, вы. И мы очень рассчитываем на то, что мы сможем стать полезными вам в вашей активной деятельности на местах. Спасибо. Спасибо, Любовь Николаевна.
Коллеги, у нас немножко сдвижка по времени идет. Нам скоро пора уже объявлять перерыв, как мы и договаривались. Я еще двум выступающим дам слово. И сейчас хочу пригласить Марину Анатольевну Дадикозян, председателя Координационного совета российских соотечественников в Болгарии. Болгария сегодня уже звучала в выступлении нашего друга из Киргизии. А сейчас послушаем Марину Анатольевну. Уважаемые коллеги, российское зарубежье представляет важнейший демографический, интеллектуальный и социальный ресурс России. И усиление его роли и значимости в российской внешней политике напрямую связано со способностью соотечественников аргументированно и консолидированно высказывать свою позицию по важным вопросам жизнедеятельности диаспоры в странах проживания, отстаивать свою гражданскую правовую позицию. Молодые российские соотечественники за рубежом – это стратегический ресурс народной дипломатии России в странах всего мира. Именно нашей молодежи предстоит в будущем брать в свои руки судьбу движения соотечественников, помогать России наращивать свой авторитет на экономической и политической арене, реализовывать идеи взаимодействия и сотрудничества народов в разных сферах деятельности. Для того, чтобы использовать полноценно ресурс народной дипломатии на международном пространстве, нам необходимо давать личный пример и воспитывать лидеров молодежных организаций соотечественников, готовых работать в данном направлении, которые понимают важность укрепления и расширения русского мира, имеют знания и опыт. Важно понимать, что современная молодежь сможет добиться успеха в личной и общественной жизни, стать конкурентоспособной на рынке труда, лишь опираясь на традиции, на славу своих предков, на память истории, на высокие идеи и духовность. И мы должны научить нашу молодежь хранить отечественные традиции и историческую память. Мы должны дать им русские корни. В отличие от соотечественников старшего поколения, нашим молодым соотечественникам сложнее противостоять ассимиляционному воздействию окружающей среды и сохранить национальную идентичность, поскольку они в большинстве своем не могут опираться на опыт жизни в России и формируют свое представление о России под влиянием родителей и средств массовой информации. И в этой связи значение сохранения памяти о победе в Великой Отечественной войне в патриотическом воспитании нашей молодежи бесценно. Патриотический смысл Великой Победы остается современным, так как выражает огромную силу духа народа, которого никто не может завоевать или подчинить, и который исторически имеет ведущую роль в строительстве нового мира. В средствах массовой информации последние годы продолжается целенаправленная кампания по дискредитации победы и фальсификации истории войны. Искажение фактов прикрывается свободой слова и независимостью средств массовой информации. Подрастающее поколение получает искаженное представление о Великой Отечественной войне. В пространстве современного информационного противоборства от того, какая интерпретация смыслов и значений событий прошлого найдет благодатную почву в сознании и чувствах молодых соотечественников, зависит их отношение к прошлому, настоящему и будущему России. В рамках происходящих событий вокруг Российской Федерации, в условиях политики санкций и русофобии, патриотический настрой российских соотечественников за рубежом возрос многократно, и празднование 70-летия Великой Победы стало показателем единства русского мира и гордости за нашу великую Родину. Огромное количество мероприятий, реализованных соотечественниками в честь празднования 70-летия Победы во всех странах мира, акции, проводимые в интернет-пространстве, дали возможность и особенно молодому поколению узнать больше о Великой Отечественной войне, о ее героях, о тех трудностях и испытаниях, через которые прошла наша страна и мировое сообщество в те страшные годы.
Тысячи молодых соотечественников участвовали в патриотических акциях «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны проходили совместно с молодежным крылом нашей диаспоры, наглядно демонстрируя связь поколений. Патриотическое воспитание нашей молодежи – это огромная просветительская и информационная работа. Мы обязаны постоянно, аргументированно, твердо и настойчиво отстаивать правду о войне, о колоссальном вкладе советского народа в победу, об объединяющей и решающей роли Советского Союза в разгроме нацизма. И для объективного освещения как исторических, так и сейчас происходящих в зарубежной русской общине и в России событий, формирование привлекательного образа России в мире, необходима масштабная поддержка средств массовой информации соотечественников, которые доносят неискаженную, правдивую информацию как до соотечественников, так и до населения стран проживания. Наша молодежь адекватно оценивает сложную ситуацию в мире. Во многих странах за последний год прошли митинги и акции с активным участием молодых соотечественников по поддержке политических и дипломатических усилий России, направленных на мирное урегулирование ситуации на Украине. Молодежь стала показателем единства русского мира и гордости за нашу великую Родину. Огромное количество мероприятий, реализованных соотечественниками в честь празднования 70-летия Победы во всех странах мира, акции, проводимые в интернет-пространстве, дали возможность и особенно молодому поколению узнать больше о Великой Отечественной войне, о ее героях, о тех трудностях и испытаниях, через которые прошла наша страна и мировое сообщество в те страшные годы. Тысячи молодых соотечественников участвовали в патриотических акциях «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны проходили совместно с молодежным крылом нашей диаспоры, наглядно демонстрируя связь поколений. Патриотическое воспитание нашей молодежи – это огромная просветительская и информационная работа. Мы обязаны постоянно, аргументированно, твердо и настойчиво отстаивать правду о войне, о колоссальном вкладе советского народа в победу, об объединяющей и решающей роли Советского Союза в разгроме нацизма. И для объективного освещения как исторических, так и сейчас происходящих в зарубежной русской общине и в России событий, формирование привлекательного образа России в мире, необходима масштабная поддержка средств массовой информации соотечественников, которые доносят неискаженную, правдивую информацию как до соотечественников, так и до населения стран проживания. Наша молодежь адекватно оценивает сложную ситуацию в мире. Во многих странах за последний год прошли митинги и акции с активным участием молодых соотечественников по поддержке политических и дипломатических усилий России, направленных на мирное урегулирование ситуации на Украине. Молодежные организации в различных странах мира в инициативном порядке собирают гуманитарную помощь для мирного населения Донбасса. Хотела бы отметить и важность дальнейшего развития международного молодежного сотрудничества российских соотечественников. Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, Федеральным агентством Россотрудничества, Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, Фондом «Русский мир», российскими регионами уже очень многое делается в этом направлении. При поддержке правительственной комиссии на регулярной основе проходят всемирные и региональные молодежные конференции соотечественников. Значимыми проектами стали «Школа молодого лидера» и программа «Здравствуй, Россия». Необходимо по возможности увеличивать число участников из разных стран мира. А с целью патриотического воспитания молодежи важно при реализации этих программ расширить посещение мест боевой славы России. В июле этого года в Калининградской области прошел молодежный образовательный форум «Балтийский Артек», на который приехали представители 32 стран. Молодые российские соотечественники из 22 зарубежных стран участвовали в 5-м форуме имени Александра Невского в Ленинградской области. В Санкт-Петербурге успешно прошел 8-й Петербургский форум «Русское зарубежье» с участием представителей 45 стран.
В августе в Болгарии состоялся 7-й международный форум-фестиваль молодежи «Мы за мир во всем мире», организованный правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, в котором приняли участие представители 16 стран и 9 регионов России. В ноябре в Софии соберутся на Всемирный молодежный форум «Великая победа в памяти поколений» молодые соотечественники со всех уголков планеты. В форуме примут участие лидеры молодежи из 70 стран мира и нескольких регионов России. И здесь я бы хотела ответить моему коллеге Станиславу Епифанцеву, что да, иногда ночью тайком заливают краской памятник Советской армии в Софии. Но намного больше тысяч, миллионов человек, которые протестуют против этого и чистят этот памятник. И будьте уверены, что когда молодежь из 80 стран мира с флагами своих стран встанет около памятника Советской армии в Софии, об этом узнает весь мир, а не только Болгария. Уважаемые коллеги, в целях патриотического воспитания нашей молодежи, сохранения связи с исторической родиной, очень важно расширить участие российских регионов в реализации молодежных программ и мероприятий с привлечением соотечественников. Мы понимаем, что регионам трудно взаимодействовать с организациями соотечественников во всех странах мира сразу. Но каждый регион может расширять сотрудничество с соотечественниками в отдельных государствах в зависимости от своих возможностей и интересов, брать своеобразное шефство. Это будет взаимополезно, так как наши соотечественники, люди образованные и успешные, могут быть представителями различных интересов регионов, в том числе и экономических. Необходимо создавать специальные условия для самых активных молодых соотечественников, проживающих за рубежом. Например, приоритетно принимать их в лучшие российские высшие учебные заведения по экономическим, политическим и международным направлениям, помогая им при необходимости через разнообразные финансовые программы. Тогда у России будут реальные лидеры во всех странах, а у наших детей будущее, связанное с Россией. Для развития молодежного соотечественного движения в мире нужно еще многое сделать. Но самое важное – необходимо объединять нашу молодежь в организации, где они смогут не только общаться со своими русскоязычными сверстниками, но и получать правдивую, неискаженную информацию, участвовать в различных мероприятиях и развиваться как лидеры своего поколения. Необходимо усилить работу по созданию и расширению национальных молодежных организаций при страновых координационных советах, их объединению на региональном уровне и, как следствие, создание важного звена Всемирного координационного совета. Все это гарантирует преемственность и будущее успешное развитие мирового соотечественного движения. Уважаемые коллеги, за последние годы, благодаря поддержки президента и правительства Российской Федерации, МИДа России, российских регионов, мы ясно почувствовали, что бескорыстный труд и усилия миллионов российских соотечественников за рубежом, направленные на сохранение русского языка и культуры, распространение в мире объективной информации о России, укрепление ее международного авторитета, нужны и важны для нашей Родины. Все это дает нам надежду и веру в то, что не только наше прошлое, но настоящее и будущее навсегда и неразрывно связаны с Россией. И все мы – важная и необходимая часть единого великого русского мира. Спасибо. Спасибо, Марина Анатольевна. Я приглашаю выступить председателя Госсовета Республики Татарстан, председателя Координационного совета по делам соотечественников при президенте Республики Татарстан Фарида Хайруллыча Мухаметшина. Татарстан – один из самых активных регионов в работе с соотечественниками, и мы это очень ценим. Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья. Ваше святейшество, уважаемый Сергей Викторович, коллеги. Такой интересный разговор, который касается каждого нашей сегодняшней жизни и особенно будущего,
я думаю, равнодушным никого оставить не может. И соотечественников, которые приехали на свою прародину, и тех, кто живет здесь и делает эту великую победу, работу, то согласие, которое обеспечивает успешность деятельности и федеральных, и региональных структур и жизни наших людей. Я присоединяюсь к поздравлениям, которые прозвучали здесь по случаю вчерашнего праздника. Ваше святейшество, я хочу вам доложить, что вчера, наряду со светскими мероприятиями в Казани, прошел очень большой крестный ход с выносом иконы Казанской Божьей Матери. Более 1500 верующих православных очень дружно, очень мирно отметили день этой святой иконы и при полном согласии всех жителей нашей республики, несмотря на религиозную, национальную принадлежность. Я вспоминаю слова вашего предшественника, его святейшества Алексия II, который, когда привез и устанавливал эту икону в Казани, сказал такие слова: «С этой иконой в Казань и в Россию возвращается мир и спокойствие. За этим будет созидание». Так оно и происходит. Я несколько слов хочу сказать о нашей работе. Мне кажется, Татарстан – такая уникальная республика, Сергей Викторович, с некоторыми дополнительными обязанностями по оказанию помощи, содействию своим соплеменникам, своим соотечественникам, которых дисперсно разбросал по миру. Это 20-21 век. У нас из 7,5 миллионов татар только 2 миллиона проживают в Татарстане. Остальные на всех 6 континентах мира проживают. И все они на свою прародину смотрят и говорят: «Помогите чем-то, поддержите нас чем-то. Мы тоже хотим сохранить и свой язык, свои обычаи, свои традиции. Дайте нам методичку, дайте нам книги, дайте нам другую информацию». Это естественное бремя нам приходится нести. И спасибо и Министерству иностранных дел, и Россотрудничеству, и другие ведомства Российского федерального правительства в этом нас поддерживают. Россия многонациональная. Ну, кто-то русским родился, кто-то не русским родился, но все мы россияне. И это понятие, это понимание у нас у всех есть. Мы, если сегодня дома говорим как-то на татарском, то лучше говорим на русском языке и общаемся со всеми без всяких проблем. Вот это великая дружба, великое согласие, которое мы сохраняем, поддерживаем, и наши соотечественники за рубежом к этому весьма положительно относятся. Я хочу поблагодарить, знаете, за то, что на предыдущем конгрессе в Петербурге мне тоже дали слово. Я там выступал и внес одно предложение. Наши соотечественники старшего поколения, как ваше святейшество, вы сказали, первой волны эмиграции, второй волны эмиграции, люди старшего возраста все равно воспитаны на духе своей Родины, России Великой. А вот молодое поколение, которое на первом, втором поколении, родившееся там, меньше, может быть, знают российскую жизнь. И я внес предложение: давайте в Казани проведем форум по линии Конгресса. И он, такой форум состоялся в 2014 году. Много наших соотечественников приехало, и мы увидели, как они были рады познакомиться с регионами России, глубинкой России. Ну, хотя мы себя не считаем глубинкой, в европейской части России находимся, тем не менее было интересно. Я считаю, что культурные диалоги, диалоги музеев, диалоги туризма способствуют тому, чтобы наши соотечественники не теряли свою связь с Россией, с ее регионами. И мне бы хотелось еще одно предложение в этом году внести. Молодые люди уже сегодня в нанотехнологиях, в IT-технологиях, в социальных сетях, в скайпе, там, я не знаю, по всем возможным каналам интернета ВКонтакте находятся. Вы должны знать, дорогие, значит, наши соотечественники, участники, делегаты Конгресса,
что при поддержке Федерального центра лично Владимира Владимировича Путина с участием Дмитрия Анатольевича Медведева под Казанью заложен новый город – Иннополис. Это город, на котором в ближайшее время будет жить 50 тысяч молодых людей, креативных молодых людей. И многие наши выпускники вузов России, Татарстана, учащиеся, направленные из Казани в европейские университеты, возвращаются туда и будут заниматься вот этими новейшими технологиями. Молодежь тянется к этому. И я бы внес предложение опять где-то в ближайшее время провести такую конференцию молодых наших соотечественников, занимающихся вот этими технологиями, нанотехнологиями, IT-технологиями, айтишниками, как мы их зовем, а их много, для того, чтобы и другие регионы России, и в целом страна подвинулась в этом деле. А мы укрепим свою связь через это. Знаете, вот кто бы как бы ни относился, я не могу не сказать и не подтвердить слова Любови Николаевны Глебовой о том, что в вузах вот эти летние обучения, которые проходят в вузах Татарстана, в частности, в Москве, безусловно, они создают новый долгоиграющий контакт, дорогого стоящий контакт молодых людей, которые проходят обучение в регионах России, в вузах Татарстана, в летних лагерях. И это большая задача, которая требует и финансирования. Мы получаем определенную поддержку, небольшую, но понимаем, что это крайне нужная работа, которую дальше собираемся продолжать. Вот Сабантуй. Сабантуй, но есть Сабантуй. Это национальный праздник, казалось бы, татар, башкир, но он стал многонациональным Сабантуем. Вот скажу вам, в 2015 году Сабантуй с размахом прошел в 58 субъектах Российской Федерации и в 28 странах ближнего и дальнего зарубежья. Кого ни спроси, я не знаю, может, людей старшего только поколения не знают, а так в Париже или, значит, в Амстердаме или где-где-где Сабантуй идет при поддержке национальных правительств этих стран. И он уже становится местом общения всех, не только наших соотечественников, но и тех жителей, которые живут на этой территории, в этом городе. Лучшего общения, лучшего контакта, лучшего донесения жизни в России для тех, кто уехал когда-то, наверное, трудно найти. Есть одна тема, Сергей Викторович, которую я не знаю, здесь ли поднимать или нет. Мы с соотечественниками, которые живут за пределами Российской Федерации, в последние годы серьезно нарастили объем работ. Работа многовекторная, многих министерств и ведомств. Я думаю, что надо поднимать вопрос о том, чтобы эта работа еще была поддержана регионами Российской Федерации, территориями, субъектами Российской Федерации. Этому должно способствовать наша комиссия, которая создана при Совете законодателей с участием профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации. Особенно это важно для приграничных территорий Российской Федерации, которая имеет обширные границы, и где проживают люди буквально через реку, там, через границу и так далее, и так далее. Мы собираемся этой работой серьезно заняться, я ее возглавляю. Мы сейчас собираем предложение по плану работы на 2016 год, и вот в увязке с работой Конгресса эта работа, мне кажется, тоже даст свои результаты. Хочу на этом завершить и сказать, что если будет поддержана инициатива проведения такой молодежной конференции в Казани, мы к этому готовы. Ну и хочу передать...